Потому что ты знаешь, кто он сделал, нахуй, для тебя в мозгу переключается, что ты это враг, все, что с ним связано, это плохо, зло, надо истребить это. У любого человека. Это то же самое, что если бы Гитлер, да сейчас бы и жил, был, делал обзоры там, и это самое. И я говорю, эй, что, я уже обзоры нормальные, ну я Гитлер, что там, ну и что, бля, я обзоры нормальные, я хороший, веселый, нормальный, блядь, я вот лучший, вот. Ну, тварь, блядь, а? Скушен, блядь, ага. Он скушен, что ебал тебя, не разбил, не уебал тебя, нахуй, вот это действительно, нахуй, блядь, пиздец, блядь. Сука, нахуй, а? Да что ты к этому медиа вообще привязался, сука, завистливая как тварь, блядь. Причем тут вообще, мы делаете и делай обзоры, блядь. Нахуй ты полез к Мэдисону, ну, блядь, на всех срать, блядь. А потом у него хуй еще сосать, блядь, сука. Ну не доносок-то, а? Скушен, как и другие, заблёжские, ага. Ага, пиздец, блядь. Озон самый веселый, нахуй, блядь, вообще пиздец. И Анти Абдулов, да, скучный, блядь, да. И Озон 666 скучный, да, пиздец, нахуй. Но я постараюсь веселье подлить там в огонь, чтобы нормально, еще было менее, более скучно, блядь, ну, пиздец, блядь, а. Обзорщики, блядь, вообще пиздец, нахуй. А почему обзоры вообще должны быть, нахуй, быть веселыми? Пиздец, блядь. Ну, кроме Озона, пиздец, нахуй, какой даун, нахуй, блядь. Вы посмотрите ранние его обзоры, нахуй, это такой урод, блядь. Он просто сидит возле компьютера, нахуй, и, блядь, нажимает на кнопки, орёт говно, говно, блядь, нахуй, это сделали, говно, говно, нахуй. Гахуй, ха-ха-ха, гахуй, это сделали. Пиздец, какой даун, блядь, а? Он ни одной игры не прошел, блядь, пиздец. Вообще ёбаный тварь, а? Ну, кроме Озона. Мне нравится смотреть его обзоры, то, что он делает с удовольствием. Пиздец, нахуй. Конечно, блядь, нахуй. Я даже не знаю, что сказать. Пиздец он, блядь. Блядь, я даже вот мне что-то, вот, не знаю, что сказать, это вообще пиздец. Пиздец. А если я, нахуй, головы людям, нахуй, отрезаю, блядь, и с удовольствием это делаю, нахуй, я, значит, хороший такой, нахуй, блядь, серийный киллер, да, блядь? Пиздец, нахуй. Маньяк, говорю, маньяк. Точно, только что идея. Он маньяк. Точно. Ему нравится делать, срать, гадости делать, доводить людей. С удовольствием он срет на ГАМАЗа, доводит ребенка самоубийство, приводит детей 8-летних на пустырь, спаивает пиво, рассказывает про порно в играх, ржет, блядь, обещает детей выебать, убить, Витян нам, нахуй, там, ему это интересно все, конечно. Срет пишет каждому в личку, на стенах, блядь, его родители оскорбляют постоянно, блядь, детям пишет, что его родители, там, то есть, и пишет, что тебя смотрят одни педофилы, блядь, сука, и кому-то нахуй не нужны обзоры заканчивают, это выебать тебя педофила, блядь, конкретно вот бандиту это писал, обзорщик такой. Все это записано, сохранено, блядь, тварь, блядь, все у нас, потому что сила правде, пиздец, он сделает это, что пиздец, нахуй, да. И потому что он всю жизнь никем был, он там 2500 роликов, он один сидит, нахуй, у себя дома, нахуй, сука, и жрет, нахуй, блядь, в Ягуар, блядь, нахуй. Тут у него какие-то якобы фанаты появились. Всех фанатов нету уже, нету. Допустим, там было 100, в лучшие времена, это грубо 100 человек, которые все реально писали, не считая там троллей. Допустим, их действительно были за него, так он всех от 98 забанено, все, осталось двое, нахуй, и все. Сейчас двое человек у него в группе сидит, и то боятся пискнуть, блядь. Еще сказать, потому что он тоже забанит, он постоянно пишет, в группе 800 забаненных пользователей, баню за все, критики я не приемлю, нахуй. Представляете, чтобы это написать, ты должен подумать 10 раз, чтобы это написать, потом извинить сообщение, потом написать, потом все равно удалить от греха побольше, чтобы он тебя не забанил, блядь. Такая тварь, блядь, супая, пиздец, блядь. С удовольствием делает. Он, я понял, он банит людей с удовольствием, а вот это гадости делают с удовольствием, нахуй, блядь. Вот, действительно, он делает это с удовольствием, нахуй. Вот давай не пизди. Во-первых, тебя никто не любит. Ты это знаешь. Он постоянно заявлял открыто, что обзоры делают для себя. И мне похуй, блядь, на всех.
все в бан, не согласен, тупая школота, ебаный би, ебало, что родители, прям в правилах написано, вы ублюдки, запрещается критиковать, нахуй, блядь, и говорить, что не нравится ролик тебе, нахуй, блядь, и все, кто пиздец, нахуй, блядь, вот ему, блядь, какой мудак, блядь. Конечно, ему нравится, я крутой, мне пишут комменты, а больше комментов меня приглашают на MTV, будет зарплата, блядь, мне работать не надо, сижу, тебе играю в игры, нахуй, Джуруяго, блядь, все меня видят, я известный, я популярный, блядь, а, я, нахуй, я, чем все, вот для этого, все, нахуй, а потом, я, блядь, пиздец, тварь, а, сука, вот тут он реально лжет, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй. Вот это он, типа, ответ на то, что мы говорили, что он делает от себя, типа, пытается что-то применить, но все записано, сделано, все знают, что ты только для тебя эти ролики снял. Ну, ты подумай, блядь, 2500 роликов, как ты срешь и жрешь, блядь, это для кого ты, блядь, это снимал, нахуй, блядь, вот и выкладывал, интересно, вот просто. Он пиздец, нахуй, блядь. Он больной, он не талантливый, он больной. Обычно человек, вот если начнет такое делать, видит, не получается, все на тебя срут, ты, блядь, он это перестанет делать, блядь. Это, блядь и... А этот продолжает такой стиль, думает, изобрести, нахуй. Мне похуй, все крутого у тебя строить, непотопляемого. Но мы доктрину уже целой войны разработали по борьбе с тобой. Пиздец, блядь. Скоро она запустит силу, когда эту книгу напишу и выложу. Пиздец, талантливый, действительно, талантливый, пиздец, блядь, а? А, кстати, а кто вообще говорил, что он талантливый парень? Кто-то это отрицал вообще, что он талантливый парень? Такого упоминания вообще не видел, и где, что кто-то его считал талантливым. Это, видимо, у него себе в голове сидит, что я талантливый, и он уже якобы себе поставляет всю эту мысль и... своей проекции себе говорит, ты действительно талантливый парень, вот, шизофрения. Ну, мы не говорим, что он сумасшедший, он тупой, да, он ублюдок, он мразь, блядь, он и придурок, и урод, урод, блядь, это по-моему, блядь, это так и есть, блядь, нахуй, блядь. У него рожа же тупая, вы на рожу одну посмотрите, вот. Как бы он себя не вел, но рожа-то, нахуй, блядь, никуда не денешь там нам, нахуй, блядь. Брюхо свое толстое, никуда не спрячешь, блядь, сука. Сука, пиздец. 2500 роликов ты тоже никуда не спрячешь, блядь. Это, блядь. Пиздец. Нет, знаете, никто и не видел, что кто-то писал вообще, что сумасшедший придурок. И вообще не видел, чтобы так мягко о нем отзывались. Это, видимо, со своей проекцией он себе говорит, чтобы как бы это все слышали, что в лучшем случае всем команда посылает сумасшедший придурок. Ну, это, наверное, самое мягкое, что про него можно сказать. Вообще пиздец, а? Да, вот это блядь, ближе к правде, блядь, быдло тупое, нахуй, быдло, который просто снимает себя на камеру, потому что он больной, он сам не понимает, зачем это делает, блядь, нахуй, сука, блядь, он, блядь, нахуй, блядь, видит, нахуй, свет в конце туннеля, блядь, выход из своей непроблудной нищеты, блядь, нахуй, блядь, унижение все жизненное, блядь, сука, и туда гребет, нахуй, с отрезанными уже ногами, руками, нахуй, ползет, блядь, на свет, как, блядь, мотылек, блядь, сука, на Ленина, блядь, летит, нахуй, блядь. Сука, уже спалил он уже долетел к этому свету, и она спалила ему все крылья, выжгла глаза, и вот это самое, и он продолжает. Пиздец. На 100% неправо. А может, бы еще на 200% написал неправо, а? Почему именно на 100%? Вот как может быть таком уверенным, ты что, Господь Бог, что ли, ты Бога Сатана, чтобы заявлять такие заявления? Вот видишь, на 100% в нем, ты что, вот, исследования проводил, какие-то институты создавал, там, какой-то изучал генофонд, блядь, озона, блядь, нахуй, блядь, то есть себя же, нахуй, вот сперму брал на анализ, изучал, клонировал, опыты проводил на нем, блядь, и сюда, и сюда, и вот туда, и сюда, чтобы...
не бывает на 100%, это то, что невозможно, понимаете? То есть пиздец, это такая вероятность, что мы... Пиздец, блядь, это пиздец, невозможно, блядь, вообще, блядь. В этом мире вообще мало что, чего невозможного на 100%. Все с какой-то триллиардной, миллиардной долей, вероятно, тут на 100%. Да, и почему? Потому что вся... Да, пиздец, ну ха. Да. Пиздец, блядь. Я тебе скажу, почему я не стал обзорщиком и побоялся тебя, когда снять на камеру, блядь. Для примера скажу, блядь. Потому что я посмотрел Озона, как она обсирает, доводит людей, всех инвалидов, людей с физическими недостатками, людей маленького возраста, бьет их по больному месту, доводит прям до самоубийства, нещадно ржет над этим. Все пишет, блядь, в комментах, это шлюха какая, блядь, ублюдок, сука, даун, чтобы он сдох, блядь, вали нахуй, блядь. И с каждым обзорщиком, кому он завидует, каждым, абсолютно каждым, не уж говоря те, кто ему что-то сказал, блядь. И зачем же я должен показывать свое лицо на камеру, блядь, нахуй, чтобы ты меня обсирал, нахуй, блядь, сука, блядь, и ржал надо мной, унижал, блядь, нахуй, ничтожество, и на мне еще раскручивался, блядь, тварь, блядь. Нет, вот сначала тебя вот давай все ликвидируем, жирную тушу, блядь, на место сплава отправим, блядь, сука, тварь, нахуй. Выпотрошим, блядь, полностью, чтобы ни следа твоего вообще нигде тут не было, сука. Выпилим везде, Шамсов выпилился, блядь. И тогда, да давайте, в принципе, уже нечего бояться, можно себя снимать, такого пидораса больше не будет. Потому что абдуловцы всегда в тени стоят и ждут. И дают команды, если что такое появится, пиздец, блядь. Вот так вот. Угу. Вот именно что подумают, что голова на плечах есть, да. Они закачают как озон, а потом удалят, блядь, нахуй. Он же нажирается, выкладывает и удаляет, блядь. Или как плакал он на камеру, рыдал. Это не думаю, что был прикол, что он уходит с обзорщиков. Уж по роже все написано, блядь. Такое не знаю, как рожу, блядь, и, сука, сделать, нахуй. Тогда вот, сука, не знаю, что с ним сделать, чтобы потом записать, что он... Пиздец, блядь, нахуй. Как будто его поймали в подъезде, отпиздили, блядь, нахуй. Заставили это сказать, а потом выложили, а он это... Не, вообще пиздец, нахуй, а. Ты бы лучше, мудак, думал. Вот если бы я, ты думал, блядь, нахуй, когда ты выкладывал про ролик, вот этот, про Гамаза, про Витян, когда ты банил Абдулова, если бы ты думал, сейчас бы было все по-другому, я тебе уверяю, блядь. Понимаешь, ты бы мог жить даже, блядь. Даже хуй с ними, с фантомасами, камикадзами, мэдисонами, мог бы что делать с ними, что угодно. Но с этими людьми и другими похожими, блядь, и думал вообще, что ты пишешь, или про чужих родителей пишешь, блядь. Ну что, это значит, что у тебя нет мозгов, блядь, нахуй, и тебе ты вообще не можешь говорить, кому-то думает, блядь, нахуй. У тебя голова сама не думает, нахуй, блядь. У тебя все слова думают, пошли в это сообщение, чтобы выкинуть их, нахуй, в космос, в интернет спустить, блядь. Как, откуда у тебя слово «думать» вообще в голове взялось, нахуй, ты сразу не думал? Ага, вот именно, блядь, нахуй. Пиздец. Вообще, блядь. Вот тебя и засмеяли, блядь, ублюдка. Тебя не засмеяли, от зонта не то, что жирный урод, ты тварь, блядь. Сука, ты мудак, блядь. А за то, что ты сделал, нахуй. Да даже не за то, что ты сделал, а за то, что ты сделаешь еще. И даже не за то, что еще сделаешь, а чтобы другой кто-нибудь не сделал. По твоему примеру, показав, что тебе это сходит все безнаказанно. Вот так вот, дружище. Ну почему же только сидим, мы обзоры делаем, мы все делаем, мы обсираем, да? Ты ж враг нахуй, блядь, да? Враг человечества, враг всего, понимаешь? Я вам больше скажу, играть в игры.